Праздник у дошколят. В понедельник двери для малышей открыл новый детский сад во Авдотьино. Микрорайон с каждым годом растет и развивается. Открытие «Аленки», так называется детское учреждение, ждали с нетерпением. С его открытием количество мест во Авдотьино увеличится до 800. Это очень хороший показатель. Всего же в этом году мы должны ввести в строй свыше 600 мест в детских дошкольных учреждениях. Осталось еще 400. Я думаю, что до конца года мы выполним эту программу. На детской площадке на территории сада малышам скучать точно не придется. Развлечений масса. Для юных экстремалов – горки, для будущих автомобилистов – машинки, для ловких скалолазов – лестницы и стенки. А чтобы падать было не больно, площадку оборудовали покрытием из резиновой крошки. Внутри все не менее современным. Кроме привычных игровых комнат – спортзал с тренажерами, компьютерный класс. Для творческих личностей есть и за студией. Креативно подошли даже к названию групп. Вот здесь умники и умницы, тут мечтатели, а вон там крепыши. У нас целая концепция была разработана по названию детского сада, естественно, по названию групп, чтобы они отражали характер группы, то, чем детки будут заниматься в течение дня. И детские названия интересные. Детский сад рассчитан на 220 мест. Групп 12. 4 из них ясельные, 8 для детей дошкольного возраста. Еще 2 группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Место есть для всех. Родители довольны. Очень яркий, красочный, то есть глаз радуется, хочется идти. Очень шикарная площадка здесь при детском саде, то есть просторная. Есть, наверное, все необходимое и для развития детей, в общем, для того, чтобы они росли здоровыми и счастливыми. На строительство современного учреждения из бюджетов разных уровней было выделено более 155 миллионов рублей. В полную силу детский сад начнет работать уже с четверга. Полина Понасицкая, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.